Всем привет, дорогие друзья, с вами Синьква Инна, и сегодня я снимаю кукинг, и я его снимаю не одна, а вместе с Сашей. Привет! Сегодня мы приготовим кекс в кружке. Для кекса в кружке нам понадобится мука, 3 столовых ложки, потом, говорит ты теперь, молоко, 2 столовых ложки, сахар, 3 столовых ложки, какао, 2 столовых ложки. Растительное масло, тоже 2 столовых ложки. Дальше нам понадобится ванилин, 1/2 чайной ложки. И понадобится разрыхлитель для теста или сода, 1/4 чайной ложки. Еще понадобится 1 яйцо, 1 миска и кружка для нашего кекса. Приступим к приготовлению. Насыпаем муку. Насыпаем какао. Кладем 3 столовых ложки сахара. Сейчас. Насыпаем соду или разрыхлитель. Теперь все перемешиваем. Тщательно и очень аккуратно. Получилась вот такая однородная масса. В полученную массу добавляем молоко. Добавляем яйцо. Добавляем растительное масло. Добавляем ванилин. И вилкой все перемешиваем до образования однородной массы. Получилась вот такая однородная масса. Кусочком масла смазываем всю кружку. Наливай, а я там кружкой. Теперь полученную массу ставим в микроволновку. На 90 секунд. Включи. Куда оно растет? Так. Достаем наше полученное произведение, которое поднялось выше крыши. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, кушай наше произведение и подписывайся на мой канал. Пока! Пока!